Проговаривай. Коляска. Есть звук? Давай мы теперь определим, где этот звук находится. В начале слова, середине или конце слова. Екатерина Придатко работает логопедом в детском саду уже несколько лет. И она знает, как важно научить ребенка правильно произносить каждую букву слова. Ведь если дефект речи не исправить в детстве, то во взрослом возрасте научиться говорить правильно будет намного сложнее. По словам Екатерины, главным примером для ребенка должна быть семья. Родители должны быть образцом для детей, не должны сюсюкать с детьми, говорить с ними правильно, строить предложения правильно. И дети потом копируют своих родителей. Если все-таки дефект речи проявился, за дело берется логопед. Занятия по развитию речи Екатерина проводит как индивидуально, так и в группах. Индивидуальные занятия с ребенком помогают исправить его личные недостатки. А вот групповой сеанс поможет детям приобрести коммуникативные навыки, то есть научиться правильно общаться друг с другом. Правильно уметь говорить нужно для того, чтобы тебя все понимали. Упражнения для детей простые. Главное повторять их регулярно. И тогда эффект сразу становится заметным. Дети учатся правильной артикуляции, будут знать, как правильно строить предложения. А вообще, ребята очень любят занятия с логопедом. Они с удовольствием занимаются. И от этого имеют, конечно, хорошие навыки и знания потом. Когда они еще, если у них не получался какой-то звук, и вдруг он у них получился, то это для них чувство гордости очень большое. А еще и родители радуются вместе с ним, потому что он не говорил, а то вдруг стал говорить. К сожалению, сейчас дефекты речи в детском возрасте встречаются все чаще. Именно это делает работу логопеда очень важной. Все эти маленькие победы детей над сложными звуками очень важны для каждого ребенка. Когда он станет взрослым, правильная речь поможет ему обрести уверенность в себе. Александр Можванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр» Богучаны.